1300 специальных ловцов-ловушек. Активные работы против мраморного клопа также начались в Кахетии. В регионе проводится установка специальных систем мониторинга. С помощью полученных данных из ловушек будет проведена идентификация вредителя, установка ареала распространения и планирование борьбы. По заявлению руководителя Национального агентства продовольствия, в борьбе против вредителя важна своевременная идентификация. Специалисты говорят, что риск распространения вредителя в Восточной Грузии низок. Хотя, исходя из биологических особенностей клопа, в отдельных случаях в Кахетии вредитель замечен. В регионе мраморный клоп больше всего угрожает культурам персика и яблок. Губернатор Кахетии надеется, что в случае зафиксирования вредителя борьба будет эффективнее, чем в Западной Грузии, потому что местное население более активно опрыскивает свои фермы. В 2017 году в целях мониторинга было установлено 21 тысяча феромонов ловушек по масштабам всей страны. Создана интерактивная карта, где будут отображены данные. Соответственно, стратегии 2018 года масштабный мониторинг будет также проведен в текущем году. Это специализированные феромоны. Такие феромоны также были установлены в прошлом году, но вредитель не был зафиксирован. Эти системы будут расположены не только в Кахетии, а по масштабам всей страны, и наблюдения будут проводиться постоянно. В эти процессы подключены все муниципалитеты. Фермеры проинформированы. Если окажется угроза распространения вредителя, будут проведены чрезвычайные мероприятия. Это подразумевает проведение дополнительных опрыскивательных работ в виноградниках и садах, если будет надобность в полях и около лесов. Из-за высокой культуры культивации и опрыскивания в Кахетии, мы надеемся, в случае возможного появления вредителя справимся эффективно. В прошлом году обнаружил несколько видов и отнес в фитосанитарную службу. Сказали, что это не тот вид вредителя. А сейчас установили ловушки и сразу же сможем обнаружить вредителя. Каждый фермер должен быть бдительным. Очень важна своевременная превенция для всех видов вредителей.